25 ноября, в День матери, Дом культуры имени Кирова приглашает всех копейчан на интерактивный фестиваль прикладного творчества «Мама-класс». В нем примут участие самые активные, креативные и рукодельные мамы города. Наши участницы, а их 15, представят свои работы в номинациях «Мамины вкусности», «Мама-фотохудожник», «Мама-ваятельница», «Мама-кутюрье» и «Умелица-рукодельница». Компетентное жюри оценит все работы и выберет 3 победительниц. Будет такой творческий выход участниц, потом каждая участница у своей работы будет делать презентацию. Жюри будет оценивать, уже вместе со всеми зрителями сможет пройти более подробно, познакомиться. Свободное время на мастер-классы и награждение. Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу для зрителей. В фойе Дома культуры откроются тематические рукодельные площадки. Все желающие в этот день смогут пройти мастер-класс по бисероплетению и изготовлению куклы-оберега. Также будет у нас представлена фотозона. Каждый желающий сможет сделать фото на память. Ну и, конечно же, наши творческие коллективы, как всегда, будут ярким украшением мероприятия. Зрители также смогут получить консультации по имиджу и уходу за собой, а самые активные – принять участие в конкурсе болельщиков. Начало фестиваля – 12 часов. Вход свободный.